Привет, мои дорогие друзья! Сегодня предлагаю поговорить о самом-самом большом секрете человечества в современности. Об этом секрете поговорим чуть-чуть попозже, но сначала вопрос. Почему, вы думаете, человечество развилось так стремительно последние 100 лет, имея даже несколько тысячелетий развития, только сейчас, в последние 100 лет, так хорошо развилось? Ответ может казаться очень простым. Я написал его в моей книге «Глобальные тренды Бога». И в этой книге я написал, почему именно сейчас человечество так развилось. Итак, секрет в том, что в это время, в которое мы сейчас живем, это время, когда второе пришествие Христа осуществилось. Оно осуществилось в образе истинных родителей. Вы можете найти очень много информации об истинных родителях в интернете, но один из самых больших фактов в истории то, что они начали мирное окончание холодной войны, они были инициаторами переговоров между Горбачевым и Рейганом, чтобы окончилась холодная война, которая была в прошлом веке. И также сейчас ведут очень большую работу для остановления конфликта на Корейском полуострове, для объединения Северной и Южной Кореи. И они сейчас ведут очень много событий по всему миру. Один из них – это «Мир начинается с меня». Это большие мероприятия по всему миру. И вы тоже к ним можете присоединиться. Есть очень много фактов, которые говорят про них. Один маленький факт говорил один из VIP, говорил, что истинные родители к нему прикоснулись, и он исцелился от рака. Но это еще не все. Я вам предлагаю, чтобы вы искали побольше информации о них в интернете, об этом самом большом секрете. Никому не говорите и не шерьте мое видео. Поэтому для того, чтобы узнать больше информации, ищите в интернете. А если вы хотите больше узнать про Бога, просто сконтактируйте меня, я вас проконсультирую, если у вас есть какие-то проблемы в жизни веры. Желаю вам хорошего дня, удачи, ваш Николай Карпало.